Здравствуйте! С вами видеоканал журнала «Клуб 4х4» и я, Григорий Алешин. А в кадре у нас Subaru Outback последнего поколения. Это самый кроссоверный из универсалов и самый универсальный из кроссоверов. На его примере мы покажем, как оценить готовность вашего автомобиля к внедорожным подвигам. Прежде всего, загляните под автомобиль. Если двигатель не укрыт прочной металлической защитой, то лучше не рисковать. С голым, открытым всем камням и пням мотором на бездорожье делать нечего. Обратите внимание на радиаторную решетку, особенно на ее нижнюю часть. Если сквозь ячейки можно просунуть руку, то туда пролезет и ветка. Для серьезных заездов по бездорожью лучше поставить за радиаторной решеткой сетку. Заранее найдите буксирные скобы и места, куда они ввинчиваются, чтобы не делать этого потом на бездорожье в спешке. Посмотрите, нет ли под днищем свисающих деталей, которые легко оторвать. У Outback'а снизу ничего не торчит. Самые нижние точки здесь – это, собственно, сама защита двигателя и банка выхлопной системы. Но она тоже плоская и не висит ниже уровня днища. Поэтому, скорее всего, вы сядете на защиту, если застрянете. Значит, под ней надо будет и копать. Дорожный просвет определяет границы геометрической проходимости. У Outback'а под днищем 213 мм. Он вполне способен ехать по колее стандартного внедорожника. Для большинства кроссоверов это недостижимая высота. Обычно клиренс паркетника где-то 170-190 мм. Если бамперы сделаны из прочного некрашенного пластика, то даже длинные свесы на бездорожье повредить будет непросто, особенно если обвес надежно закреплен снизу. Если нижняя часть бамперов с внутренней стороны образует полость, похожую, можно сказать, на ковш бульдозера, то при движении задним ходом бампер можно просто вывернуть наизнанку, зацепив за грунт. Но вот у нашего Subaru Outback бампер надежно соединен с деталями защиты, и оторвать его будет совсем непросто. Даже с длинными свесами у кроссовера, да и у любого другого автомобиля, может быть относительно неплохая геометрическая проходимость, если они скошены вверх. Тогда, сев на брюхо, вы не будете задевать свесами за колею. Они окажутся немножко выше, и вы сможете выехать в раскачку, то есть перемещая автомобиль вперед-назад. Чем длиннее колесная база, тем больше шансов на перегибе упереться в грунт порогом. Так что и здесь нужен прочный пластиковый обвес. Желательно, чтобы защитный пластиковый пояс был пошире. Вот как здесь. Обычное среднерусское бездорожье – это не только грязь и снег. Часто встречаются и глубокие лужи, и броды. И если мотор хлебнет воды, легко получить гидроудар. Чтобы не попасть на большие деньги, лучше заранее знать, откуда мотор получает воздух. У Subaru Outback воздухозаборник находится в самой верхней точке подкапотного пространства. Значит, шансов хлебнуть воды в обычной луже практически никаких. Тем не менее, форсируя водные преграды, следует соблюдать осторожность. Ведь в инструкции к нашему автомобилю предельная глубина брода не указана. А значит, действуем как обычно. Без крайней необходимости вброд выше порогов не заезжаем. Самая распространенная в кроссоверном мире схема полного привода по требованию, когда вторая ось подключена через специальную муфту и включается автоматически при пробуксовке колес на другой оси. Когда за вас думает электроника, это очень удобно, но эта же электроника автоматически отключит полный привод, если вы перегреете муфту, например, продолжительной пробуксовкой. Автоматические коробки передач и вариаторы тоже не любят перегрева. Поэтому бездумно буксовать, застряв на кроссовере, нельзя ни в коем случае. К тому же это бесполезно, только еще глубже засядете. С другой стороны, возможность с умом использовать пробуксовку – это дополнительный шанс выбраться из засады. И Subaru Outback этот шанс предоставляет. В отличие от большинства кроссоверов, у Subaru Outback очень надежный вариатор, а полный привод подключен практически всегда.
Следовательно, и муфта имеет большой запас прочности, а перегреть ее очень сложно. Итак, подведем итоги. Возможности кроссовера вне дорог зависят не только от наличия полного привода. Большую роль играет геометрия и дорожный просвет. Дополнительные ограничения накладывают технические решения, ведь конструктивно кроссоверы ближе к обычным легковушкам, чем к внедорожникам. Впрочем, 50% проходимости – это умение водителя. Чем лучше вы знаете свой автомобиль и его возможности, тем легче справитесь с бездорожьем.